Это совершенно новые разработки. Сегодня мы их будем внедрять, и мы их будем внедрять еще очень долго, до самого Нового года, в расширенных вариантах. Так как сейчас, я вам уже говорила, что идет запуск проекта, и вы сейчас участвуете в первой части этого проекта, в первом запуске. И этот проект для того, чтобы создать жизнь вашей мечты. То есть, вот как получать удовольствие от того, как вы выглядите, как стать моложе на 5, 10, даже на 12 лет, потому что вы наверняка понимаете, что все зависит от желания. От желания инвестировать в себя время, энергию, силы, возможности. И даже если вам уже за 55, как затрачивая 5-10 минут в день, получить новое лицо, новый образ? Зачастую многие попадают в плен заблуждений, иллюзий, своих представлений о том, что вот я сделаю это упражнение, вот я сделаю это видео, вот я помолодею. И на самом деле, не зная свое лицо, не зная тонкости, не зная именно какие-то индивидуальные характеристики, женщины попадают вот в этот плен заблуждений, и иногда только хуже себе делают. И потом очень много на разных сайтах, на разных форумах, очень много отзывов, где написано: вот я занималась фейслифтингом, вот у меня носогубки стали еще глубже, вот у меня то-то появилось, я больше не буду никогда это делать и так далее. Поэтому моя задача — работать с женщинами, с девушками, со всеми, кто хочет участвовать в таком пути. Это путь целый. Это не так, что «ой, я вот в тренинге поучаствовала, омолодился и все». То есть омоложение – это некий путь, его надо идти. Вот кто хочет в этом участвовать, то, конечно же, вы будете все время раскрывать себя. Сегодня что-то новое раскрыли, попробовали, сделали, получили результат. Завтра еще что-то новое раскрыли. И вот таким образом, только таким образом получается результат. Но если мера принята только временная, вот, например, только временно позанимался, а дальше нет времени, нет денег, нет интереса, нет желания, дальше все возвращается на круги своя. То есть лицо возвращается к первоначальным своим состояниям и начинает стареть. Вот. А у кого точно так же было, что видите обвисание, и что уже вот все структуры и функции начинают ослабевать. Кто замечал, что мышца, сама по себе мышца, она начинает уменьшаться в объеме. И представьте, вот мышца была кругленькая, кожа ее гладенько обтягивала. Мышца уменьшилась в объеме, костная ткань уменьшилась в объеме. Куда деться лишней кожи? Конечно же, она будет складками, как римская штора, складываться. Значит, занятие фейслифтинга – это упражнение, это гимнастика. Мои комплексы направлены на то, чтобы заниматься одно упражнение – одну минуту, но 5 раз в день. В какие моменты делать, вам нужно свое расписание сделать. Возможно, когда вы суп варите, у вас минутка осталась, и вы эту минутку начинаете 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возможно, вы идете куда-то по дороге, раз, например, на распахнутые глазки поработали, раз. Возможно, на работе есть минутка, поработали. Это уже не важно, как, но важно внедрять у себя правильные полезные привычки. Я пользуюсь такими скрабиками, которые на овсяной крупе. Овсянку я мелко размалываю. Овсянку я делаю совершенно с разными продуктами, например, с кисломолочными. Овсяночка какой-то кисломолочный и на лицо. Вот в виде такой масочки, такой умывалки. Либо как скрабик. Например, один раз... 1-2 раза в неделю, это потому что очень мягкая, овсяночка, она очень мягкая, она не жестко такой скрабящий эффект имеет, жестко скрабящий 1 раз в неделю. А такого мягко можно даже два раза в неделю, ничего не будет. Поэтому рекомендую вот как скрабик использовать, например, еще овсяночку,
с ягодами, если свежие, хорошо, если свежих нет, свежезамороженные. Подавили пальцами ягоды с овсянкой, вот чтобы такая кашица получилась, соковая такая кашица. Можно сюда еще и отруби добавить. Получается овсяночка, любые выдавленные ягоды, раздавленные, вот мякоть сама. Можно отруби, можно, если нет овсянки, нет отруби, можно вообще кусочек черного хлеба. Вот такую кашицу сделать, наносим на лицо и скрабящий эффект. Массируем по линиям массажным. Массируем таким образом, не растягиваем кожу, не давим. Все, что требуется от этого пилинга, снимаем ороговевший слой. То есть вот это обязательно процедура ухода за кожей. Нужно снимать старые клеточки, чтобы новые росли хорошо. Для того, чтобы начать, давайте разогреем руки до горячего состояния. Первый контакт, который мы начинаем с вхождения в определенное состояние. Я это состояние называю «войти в образ красоты и молодости». Поэтому положили горячие ручки. То есть у меня они уже горячие. Если у вас не горячие, как следует, сделайте горячие. Положили на лицо. Делаем вдох, задержка. Представьте себя в том возрасте, в котором вы хотите видеть себя. Раз, два, три, четыре, пять. И выдох. То есть задержка на 5 счетов. Вы входите в образ красоты и молодости. И еще раз делаем вдох. Увидели себя в образе красоты и молодости, в котором хотите быть. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Первый контакт, можно подышать, можно, например, ручки положить, делаем вдох через ладошки внутрь лица. Можно делать наоборот, делаем, вдыхаем и через щеки выдыхаем в руки. То есть говорю разные приемы для того, чтобы начать подготовить лицо для занятий. Зона глаз. Первое упражнение, оно такое среднее, оно и лба касается. Круговые мышцы глаза, которая как раз вот вплетается в лоб и работает с нависшим веком. Давайте попробуем. Обхватите голову руками, большие пальцы на затылке, а указательный на лбу или не указательный, вот даже вот так можно. Вот. Подвигайте скальп туда-сюда. Раз, два. Подняли. Назад скальп. Подняли, опустили. Подняли, опустили, подняли, опустили. Делаем так несколько раз, два. Прям сильно вот этими пальцами сильно сдвигаем назад, сильно. Потому что старение, когда эта часть начинает падать на глаза. И у большинства женщин, вот я работаю с клиентками, особенно выездные, я начинаю трогать голову, а кожа приросла к черепу. Там нет питания, там как бы состояние, которое сейчас уже слепилось, все залеплено, образует очень быстрый процесс старения. Давайте мы сейчас еще раз подвинем. Раз, двигаем. Два, три. Раз, два. А теперь делаем это с глазами. Глаза широко вот так раскрываем, вот так. Раз, два. Лоб при этом не морщится. Глазки раскрываются широко, а лоб не морщится. Раз, два, три, четыре. Смешно, конечно, выглядит вообще. Смотрю на себя, прям ухахатываюсь. Четыре, пять. Слегка надавливаем на кожу, сильно не давить, никаких болевых ощущений при этом не должно быть. А, у кого получилось сдвигать назад кожу, какое сейчас ощущение вот здесь? Значит, верхняя часть головы и лоб. У кого сейчас получился эффект? Уф, все поднялось, назад поднялось. И работаем дальше с глазами. Значит, мы поработали, подняли всю верхнюю часть, а теперь работаем с глазами, пальчики поставили таким образом. Большие на внешнем уголке глаз, а указательные на лоб. И сделали глаза, как у китайца, вот так.
потянули. А сейчас мы будем работать таким образом. Работаем с верхним веком. Поэтому глазки опустили вниз. Слегка смотрим вниз и начинаем прищуриваться. Прищуривали до напряжения век. Прям вот веко начинает подрагивать. Раз, два. Прищурили, расслабили. Прищурили, расслабили. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть вам нужно широко раскрыть, прикрыть, раскрыть, прикрыть. Когда вы прикрываете, при правильном натяжении века тренируется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть вы пытаетесь обжать веком глазное яблоко. И теперь делаем пальцевый дух, чтобы уже всю эту зону сгладить, 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 сгладить. Вот, когда сгладили, можете расслаблять либо пальцевым духом, либо вот такими проглаживаниями пальчиком. Поглаживаем. И это тоже очень хорошее расслабление.